Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Роман Мазур, соорганизатор HR Tech Day нашего форума. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Коллеги, рад всех видеть. В первый день Retail Tech уже традиционно компания Mountain Ridge Executive Search Management Selection IT Recruitment выступает с организатором конференции HR Tech Day, в которой принимает участие HR-директора крупнейших розничных компаний и цифровых платформ. Мы в первый день обсудили очень интересные моменты. Это и стартапы HR Tech, и будущее современного HR, цифровизация, гибкая форма занятости, уберизация платформ. Потом мы перешли к кейсам внедрения в условиях ограничений с точки зрения ограничения бюджета, внедрения цифровой подписи. А завершили мы темой массового подбора и IT-рекрутмента. Тема была очень интересная, тем более, что я сам занимаюсь профессионально IT-рекрутментом. Мне кажется, зал был вовлечен, зал был полный. И было много вопросов из зала. И самое главное, было хорошее настроение участников и спикеров. Меня это радует. Такой вопрос. Было много вопросов из зала. Значит ли это, что какие-то темы, которые поднимались, были в новинку? Какие-то темы были настолько злободневные, что еще доселе не обсуждались? Я думаю, что, скорее всего, мы все-таки обсуждали уже те темы, которые там, как внедрение продуктового подхода или какая-то рекрутмент, или даже гибкая форма занятости. Это такие разворачивающиеся тренды. То есть они не прямо вот буквально условно сегодня появились. Но условно ритейл – это достаточно большая система. И ни одна из компаний не пустит сразу изменения на всю, на все там, не знаю, там 20 тысяч точек, положим. Да? Все стараются сначала пилотировать. Мы обсуждали как раз результаты этих пилотов и дальнейшее их разворачивание. Как организатор, расскажите свое мнение по поводу того, нужен ли форум, дает ли он то зерно и тот результат, который мы на него вкладываем обычно. Конечно. Во-первых, он объединяет людей. Во-вторых, он объединяет людей и технологии, и пассионарных топ-менеджеров, и менеджеров ритейла, и экосистемы ритейла в широком смысле этого слова. Судя по тому, что мы сейчас находимся в третий день Retail Tech, и зал переполнен, у нас были залы, в которых нельзя было зайти. А я видел конференции, где, мягко говоря, совсем не так. Это означает повышенный интерес к технологиям, повышенный интерес со стороны участников рынка. Еще на то, что Retail Tech проходит не первый раз, это означает, что он очень востребован. И лояльность профессионалов, которые точно понимают, что форум нужен, и обмен данными и мнениями и кейсами может дать толчок к реализации абсолютно всех решений для всех участников рынка. Конечно, здесь люди обмениваются идеями, люди встречаются, узнают какие-то новые технологии. И что самое важное, эти люди возвращаются вновь и вновь. То есть мы видим, что те участники, которые были в прошлом году, они пришли, но привели с собой еще и своих коллег. И это круто. Ну, мы тогда в лице вашем поздравим всех организаторов, во-первых, с успехом, потому что это ли не успех, и пожелаем вам удачи и до встречи в следующем году. Я хотел бы поблагодарить, прежде всего, команду организаторов Retail Tech и Ирину Ратину, идеолога и вдохновителя, и Андрея Щепелева, технического генерального директора платформы Retail Tech, потому что без них, без этой команды, навряд ли был бы такой успех возможен. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч.